прошу подчиненного что-то сделать, говорю, сделай то-то, то-то. На что мне отвечают, а мою работу ты сам сделаешь? Чувствую, что что-то не то. Все, сейчас скажу, что нет прописанных инструкций. Существует определенно, нужно прописать полностью занятость каждого человека, и это будет законом. Ну, то есть надо полностью прописать занятость, потому что человек часто сам решает, что ему делать. И это становится законом для него. То есть вы думаете, вот это он должен делать. Но человек, когда ему нет инструкций, должностных инструкций не прописано, то он постепенно сам начинает решать, что ему делать. И он считает, что так и договаривались. Ну, то есть вам надо прописать эти инструкции, людей ознакомить. Половина уйдет с работы, те, кто останутся, будут вашими. Все, в этом причина, больше нет причин. А нет ли здесь какого-то неуважения, быть может, или что-то вот с этим граничащего? Если руководитель не прописал должностные инструкции подчиненным, не договорился с ними, как будет работа протекать, и не, или не следует этим инструкциям, то тогда его не за что уважать. В чем тут уважение? Ну, допустим, у меня есть ребенок, да? Я ему не рассказал, как ему надо себя вести. И его ругаю за то, что он ведет себя не так. Это нормально? За что меня уважать? Если на словах все рассказано в производстве, это не работает. Потому что слова забываются немедленно. Каждый человек всегда помнит то, что ему выгодно, и забывает то, что ему выгодно. На бумаге надо все написать и еще согласовать с людьми все это.